Опрессовка проведена в этом году, значит, все запущено, отопление в сроке у нас. В 53-й школе, рассказывает ее директор, этим летом отремонтировали систему отопления. Заменили стояки, обновили трубы. В классах стало гораздо теплее. Никто у нас ни в каких там пиджаках, кофтах, куртках не сидит. В прошлые годы, да, у нас в этих кабинетах зимой дети иногда вынуждены там были шапки одевать, потому что, ну, холодно было. Члены фракции «Единая Россия» и Комитета по образованию Самарской городской думы проверяют температуру школьных батарей. Комиссия побывала и в 403-м детском саду. Впечатление достаточно положительное. И детский сад, и школа готовы к отопительному сезону. Оставшиеся проблемные вопросы будут обязательно нам представлены в городскую думу. И мы в рамках подготовки к бюджету 2017 года эти вопросы постараемся вместе с департаментом включить в бюджетное финансирование 2017 года. Сейчас тепло подано во все образовательные учреждения Самары, за исключением 12 зданий, из-за аварий на магистральных и квартальных тепловых сетях. Их сейчас устраняют. В целом, в основном, все образовательные организации подготовлены, все актированы. Вот, сегодня мы накопили, обобщили большой материал. Он трудозатратный по финансовому, но жизненно важный для реализации. Школы и детские сады на готовность к зиме проверят не только в промышленном районе. Такие выездные заседания проведут по всей Самаре. Андрей Горгуленко, Григорий Плежаков. События.